4-я, 5-я, 6-я, 6-я. Построение парами. Отряд собирает на парадную линейку в честь юбилея лагеря «Сосенки». Задор и праздничное настроение на протяжении всей юбилейной смены. На день рождения лагеря приехали и пионеры 30-летней давности. Сегодня создали свой отряд и даже подготовили девиз. Нам девиз! Все привет детям! Не повзрослели душой и пронесли через всю жизнь воспоминания о своей смене. Зорница была игра. Вот, значит, я был как шпион. Вот, шпион. И я все-таки сумел прорваться и взорвать на штаб. Где-то лагерь сказал, ты ночевать не пойдешь к себе, а то вдруг побьют. Поздравить юбиляров приехала и радиостанция «Юмор-ФМ Саратов». Ее ведущий Павел Рыженков в буквальном смысле привез на праздник веселое настроение. Здравствуйте! Я правильно попал. Знаю, можете говорить «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». Юбилей празднуют, да? Юбилей! Форма цвета смеха, желтые кепки, футболки в тон самой веселой радиостанции Саратова. Так Юмор-ФМ и «Сосенки» образовали творческий союз. Я лично очень рад такому союзу. Думаю, что все и дети тоже в приподнятом настроении от такого хорошего симбиоза. Потому что благодаря тому, что Юмор-ФМ сотрудничает с детским оздоровительным лагерем «Сосенки», у нас очень веселые, радостные, зажигательные мероприятия. Потому что, конечно, здесь работают самые веселые ведущие Саратова. Поколение «Сосенок». Лагерь с почти вековой историей вырастил несколько семейных династий. Бывшие пионеры постоянно привозят сюда своих детей и внуков, потому что знают, в лагере поддерживают не только физическое, но и нравственное здоровье. Те, кто прошел через коллективизм, те, кто прошел через дружбу, скорее всего, из них плохие люди просто не получится. Ждешь ответ от судьбы на простые вопросы, но ты же должен понять. Главное – сосны. А после линейки – концерт, дискотека и салют. Все по традиционному сценарию праздника, только отбой на полтора часа позднее обычного.